Всем привет! Завтра должна прийти машина, это Kia Rio, 16-й год, QBR, рестайлинг, на замену тормозных колодок и замену тормозных дисков. Диски вот у меня уже новые, приобретены, но, как видно, это чистый металл, а чистый металл имеет свойство ржаветь. Вот как эти бэушные диски, видно, что вот это ржавеет, потом это все будет отваливаться, попадать в суппорта, делать полоски на дисках, как вот здесь. И, в общем, убивать их. Поэтому я сегодня хочу подготовить их и сделать из них, так сказать, это диски HiQ, Sanxin фирма. Видел я такие диски в стиле Black Edition, у которых чисто покрыта вот эта поверхность черным. И вот этот торец гниющий тоже покрыт черным. Поэтому сегодня я буду пытаться сделать из них Black Edition. Кстати, если видео нравится, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Итак, для этого у меня есть диск, для этого у меня есть краска, это серебристая, это черная, буду использовать черную. Краска термостойкая, не забывайте, что тормоза, там большая температура при торможении, большое количество тепла выделяется, поэтому обычную краску сюда использовать нельзя, это чисто эстетически. В принципе, суть моего действия это покрыть вот эту часть, это польза, так скажем, будет, чтобы куски не попадали, а это уже... именно для эстетического покрыть, чтобы все черненькое выглядело красиво. Ну и изнутри также вот эту часть внутреннюю я покрою черным. Итак, первым делом надо обезжирить поверхности, которые я буду красить. Обезжиривать буду обычным растворителем. И, в общем-то, очищается практически весь диск, где мы будем красить. Поверхность, где красить не будем, чистить нет смысла от масла. А поверхности, где нам не нужно, чтобы была краска, можно покрыть чем-то, что-то типа масла. Так, не сильно. Слегонцат. И размазать. Не обязательно попадать, пытаться всю, потом все равно это будет, можно будет легко краску удалить, пока она не высохла до конца. Так, вот, и теперь можно красить. Я нанес первый слой сверху. И эти торцы прокрасил. Пусть немножко высохнет. Естественно, там, где масло, она не будет прилипать. Но сейчас нанесу второй слой и покажу, как уже почистить все остальное. Итак, краска начала у меня подсыхать. В принципе, для особо нетерпеливых, таких как я, можно дальше убирать краску с этой поверхности. Даже если чуть-чуть там останется краски, чуть-чуть, это ничего. Также можно все это... лезвие, но это, конечно, лучше, когда высохнет. Аккуратно все это снимается. И можно протереть еще тряпкой также в растворителе. Так, сейчас у меня он высохнет. Я уберу эту каемку. Покрашу ту сторону и покажу уже результат. Итак, я сделал одну сторону, возможно, где-то неаккуратно, но у меня особо нет времени. Если время есть, можно сделать намного аккуратнее. Сейчас я переворачиваю, крашу другую сторону, также маслом покрою и сотру. И покажу результат. Итак, я закончил красить один диск. Вот он полностью покрашен, вот разница. Торцы покрашены, здесь покрашены, изнутри покрашены. В принципе, способ с маслом действующий, можно пользоваться, надо просто потратить немножко времени. Вот видно здесь недочеты, но это я спешил. Теперь я покрашу сейчас второй диск, поставлю эти диски на такси. Такси это самый лучший способ проверить, быстро проверить качество вот этого всего покрытия. И посмотрю, сколько выдержит это покрытие. Больше меня, конечно, интересует вот это. Вот этот торец, сколько он выдержит, сколько эта краска термостойкая выдержит.
и я уже крашу второй диск. Ту сторону я покрасил, теперь вторая сторона, только что нанес краску, и в принципе можно, наверное, снимать уже. И вот так снимаю просто краску. Здесь снимаю, пока она мокрая, пока не высохла. Она высохнуть на масле и не сможет. Но тем не менее, мне проще сейчас ее снять. Лезвие надо получше вытирать, тогда будет намного все это лучше выглядеть. Вот, вот так. Сейчас еще потру и пусть сохнет. Второй диск я тоже покрасил. Завтра приедет машина, так что за сутки краска ляжет, кристаллизуется до конца, и в общем-то можно будет ставить. Все, диски я поставил, колодки также новые. Посмотрим теперь, сколько пройдут эти диски и обгорит ли краска. Ну а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем успехов и удачи на дорогах.